Три года лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должность на госслужбе. К такому сроку приговорили экс-главного специалиста областной инспекции транспортного контроля. Об этом сообщили на онлайн-брифинге в антикоррупционной службе. Напомню, прошлой весной Жаслана Муканова подозревали в получении взятки на общую сумму 1,5 миллиона тенге. Госслужащий, используя должностные полномочия, покровительствовал гражданину России в виде беспрепятственного перемещения буровой остановки на территорию области. Чтобы скрыть следы, деньги госслужащий получал путем перечисления средств на банковские карты, оформленные на третьих лиц. Приговор вступил в законную силу 20 января. Следует отметить, что на осмотрении в суде находится досудебное расследование в отношении непосредственно руководителя Муканова, также обвиняемого за совершение коррупционного преступления. Указанные обстоятельства негативно сказываются на имидже самого органа, так как подрывают авторитет всех государственных служащих в глазах общественности, а также учитывая специфику деятельности ИТК с иностранными перевозчиками, то есть среди стран ближнего зарубежья.